господа, коллеги-журналисты, дорогие друзья, я приветствую вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня». Наше мероприятие посвящено общероссийскому старту акции «Георгиевская ленточка». Этого дня мы каждый год ждем с огромным нетерпением, и стоит сказать, что в этом году акция проходит с сегодняшнего дня, с 27 апреля по 9 мая. И для начала я скажу пару слов. Буквально эта акция была придумана здесь, журналистами РИА Новости в 2004 году. И за это время медиагруппа России сегодня Дмитрий Константинович Киселев, руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России», кавалер Ордена Святого Георгия 4 степени, генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров, лидер Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Николаевна Замкова. Председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Вячеславович Корякин, по видеосвязи к нам присоединяется. Заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Геннадьевна Мартьянова. Руководитель представительства «Волонтеры Победы» Донецкой Народной Республики Ирина Руслановна Макаренко. Здравствуйте. Руководитель фонда «Герои Отечества» Валерий Анатольевич Бурков. Приветствую вас.